самый лучший подарок городу, Иркутску и любому другому городу. Это мудрая власть, мудрая, которая живет не только своими интересами, не только политикой, не только конъюнктурой, не только выживанием и усиживанием на своем месте, не только прибыльными проектами, которая живет идеей, которая живет переживаниями горожан, которая понимает их чаяния. Они очень разные, и горожане, и их чаяния. Мудрая власть – это та, которая все это понимает, все это переживает, сопереживает этому. И каким-то образом каждый день трудолюбиво и кропотливо улучшает жизнь людей и реализует их желания. Самый лучший подарок городу Иркутску, любому другому городу, к любому празднику и будню – это мудрая власть.